Всем салам алейкум. Доча, уголь, амур. Не, я каждый раз делал бабки. А, я думал, сова. Ты кто? Я он. Повар кафе Family. Миллион подписчиков, пацаны. Красивый, скажи красивый еще. Один это Таня, слышишь, покажи, да? Опа-опа, адреналай. Знаешь, здоровье, кому? 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 Моей маме. Кто на этот раз богаче? Мы искренне рады, это Арслан столько хороших людей собрал и сам не уехал. Я в прошлом году тебе рассказывал, сейчас еще раз рассказать это. Хочу что-нибудь пожелать, хочешь поругать. Не-не-не. А те новые, я их на Донбай туда-сюда. Экономику мы. Мы, короче, этот Аллегрову привезти не смогли. Из-за этого с днем рождения. Не всех собрал, да, в прошлый раз. А так было же, Арслан. Каждое свое день рождения он дарит цветы своей маме. Он конкретно большой там на видео обрежет. Просто мы на одной стороне жили, жесть, мы вместе домой шли пешком, понял, да? Чуть слеза не покатилась. Просто он хотел на халяву массаж, понял? Да. Получается, да? Аслан обещал стыки. Я прихожу, на столе только хлеб, хлеб и сыр, прикинь. День рождения летом выбрать. Каждый год эти качели же. А сейчас 4 говорит, все то же самое, и таксиста тоже кинут, да-да. Я как Зинедин Зидан, понял? Только в волейболе. Все, понял. Андо, честно скажи, ты за кого играешь? За Арслан? О, Арслан! Всем салам алейкум, дорогие друзья. Идет хороший снег. А нас пригласили на день рождения нашего друга, близкого друга, брата. Вы все его тоже знаете. Это Арслан Дациев, корреспондент высшего класса. Сейчас они не знают, еду ли я или не еду. Я решил запустить коптер к ним поближе и посмотреть, что там творится у них. Там, обычно каждый год мы собираемся на его день рождения. Каждый год собираемся здесь. Практически, наверное, уже последние 3-4 года мы здесь собираемся. Вроде бы была хорошая погода каждый раз, но сегодня... Лютый снег. Вот. Вот он. Пошел он. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.
Алекса, продолжай, что ты остался? Получается, да? Куда денется? Есть полный. Где мы находимся? Мухаммад. Мы находимся в Зурятаре на день рождения одного очень хорошего человека. Задумался и сказал, очень хороший человек. Я просто устал, да? Да, что-то отдышка. Отдышка, она работает. Или, да, или там что-то скрывается, подождите. Ничего не скрывается. Все, тогда уговорил. Да, очень, очень хороший человек. Я сам... Какими судьбами ты пустил сие мероприятие? Я же не пропускаю его. Да. Еще ни разу не пропускал. Ассаламу алейкум. Как вы, ребята? Беспалевная. Я еще думаю, что он в руках держит? Это, кажется, камера, да? Шпионская, хорошая камера, да? Анзор, с тебя начнем. Расскажи, что ты... Расскажи, где ты находишься, зачем приехал, кому приехал. Мы находимся на мероприятии на день рождения Арслана Дациева. Село Зурятар. Озеро тоже Зурятар, по-моему, называется. Жарим стейки, костер он горит. Арслану, что ты можешь пожелать в такой день? Арслану, в первую очередь, я пожелаю, чтобы мы в следующий раз собрались так на его свадьбе. На свадьбе скоро? Да. Все четко. Пора уже, Арслан, пора уже. Только единственное, Арслан этого не понимает, да? Что я могу сказать? Как Анзор сказал, мы находимся на озере в Зарятаре. Арслан тоже умудрился зимой день рождения себе выбрать. Не, чтобы летом нормально даже, хотя бы там в мае, в августе, да? Он в следующем рождении, да, планирует в августе родиться. Он подумает об этом даже. Арслану, нашему хорошему брату, что можно пожелать? В первую очередь, это здоровье его и его семьи. Остальное все, это все будет. И насчет больного вопроса, касаемо женитьбы, он попросил сегодня, кроме этого, все остальное ему желать. Я не знаю, единственный человек в Дагестане, которому и машина не нужна, и жена не нужна. Я не знаю, что он за человек вообще. Но так или иначе, иншаллах, будем надеяться, что следующий повод для такого хорошего сбора, что вот так все братья собрались, это пусть будет день его свадьбы. Такой дырхам, да? Салам алейкум, брат. Алейк, салам. Ты кто? Я он. А ты он. Я это он это я. Вот здесь сзади суета, короче, смотри, проходит, я вижу. Это что за суета, расскажи, наверное. Где? Вон там, справа. Там происходит что-то невероятное. Люди вообще готовятся к чему-то. Чему-то. А вообще зачем здесь собрались? Какого-то пацана день рождения, говорят, не знаю. Сам пришел, пока еще не видел. Все, ладно, тогда ты после скажешь, да, я, что я как? Потом. Все. Пожелание, как узнаю, кто это. Все, все, хорошо. Что такое? Саламу алейкум. У тебя, да, денюха?
Там знаешь, что говорили, брат? Смотри, я тебе так сейчас скажу, батюшка. Нельзя было, да, говорит, тебе летом родиться. День рождения летом выбрать. Это каждый год эти качели жесть. Я пацана учу спартанским условиям, чтобы жизнь, понимаешь, чтобы вот в жизни они понимали, что бывают трудности, чтобы они адаптировались. Даже, Халанд? Да, вот. Я полностью поддерживаю, просто до этого я... Другую сторону поддержал, да? Это он и был. Я, который вот этот разговор начал. Это он и был. Летом же и так все бомбово, а зимой праздников нету. Вот мой день рождения для всех это праздник. Красиво, нет? Да. Брат, ты самое главное, ты стол сними, там здесь что-то... Нет, стол снимем, сейчас снимем. Главное, ствол сними, говорит. Ствол. Ты кто такой? Да? Мы, короче, этот Аллегрову привезти не смогли. Из-за этого с днем рождения. Да, да, она зимой говорит, не выезжай на корпоративу, Зари Отари говорит. Зари, только Олимп где-нибудь в ресторане же. Следующий раз, когда он летом родится, Арсан, иншаллах, летом иншаллах. Она будет, короче, с нами. Мы дуа сделаем, чтобы он летом родился. Я знаю, что говорю. Каждый раз вот этих новеньких, которые сюда приезжают, можно, говорю, по мокасинам узнать. Нет, да, такие кроссовки, мокасины. А все, кто такие? Например, вот такие, да? Бывалые, просто сними, да, вот. Знает, как надо, да? Вот, да? Зимняя, зимняя обувь. Шерсть, видишь, шерсть. Вот. Это мы знаем, как надо отдыхать здесь уже. Они новенькие, сейчас дома поедут, болеть будут. Вот, вот здесь в перчатках тоже ходит опыт. Не, руки, руки. Бля, я тебе говорю. Да, блядь, ты просто кумыкский лев. Как говорят, халча, да? Что, затолкай, да, много-много. Плотно, если сделаете, воздух проходить не будет. Чуть-чуть дайте. По-моему, что-то видно. Вот он. Вот кумыкский народ гордится вот двумя людьми. Даулетом и его сыном. Уже там нормально пойдем. Давле. Ты мазал омур. Я говорю, кумыкский народ, говорю, гордится двумя людьми. Давле там и твоим сыном. Второго не вспомнил просто. Сын, да, действительно на кумыкском. Вау! Стопудово, это уже не просто слова, это железо. А ты до скольки мутуз? Я? Да. До трех дней эти учат. Муртуз, пока вот такие кумыки живут, эти кумыки будут дальше тоже жить. Конечно, конечно. Мы понимаем, что кумыкский народ не пропадет. Кумыкская диаспора надеется только на Даулета. Это Даулет. Че там, парень? Ты все правильно говоришь. Ты знаешь, он на Ютубе звезда, запрещенные упражнения показывать. Он знаешь, он в зале, какую херню взял, он лез, Ютуб закидывает сразу. Ты не видел, что ли? Ты как камуфуль, это же Каха, это же оператор же его снимал, и вот это... нормально хоть человеком станешь, может, люди узнают, да? Да, потом драться буду, да? Да, потом можешь качать за кумыку, за суету. Потом драться будешь, бля, потом ему Баркало скажешь. Битва за хайп где-нибудь, да? Ну, надо бы таксиста кинуть или что-нибудь такое. Это как раньше было, да? Мужчина, говорит, должен сделать три вещи, говорит. Посадить дерево, вырастить сына. И говорит, дом построит. А сейчас 4 говорит, все то же самое, и таксиста тоже кинут, да-да. Привет, Алеша. Ну что ты, не будет 10 рублей возьми. Давай-да, один этот танец тоже покажи, да. Я же только лезгинку. Сейчас ты же. Брейк-танц. Ну, лезгинку можно же так по-русски потанцевать. Ритма нет. А, как все, понял. Пока не набухался. Долго. Больше слова нет. Больше ничего не желаешь, да? Больше ничего. Нет. А там свадьба, не жена, что? Ну, взрослый, да, чувак, он найдет себе. Вали. Сам знает, да? Да, да, знает сам. Ты кто ли? Кафе Фэмили. Все пиццы по 200 рублей. Доставка. Ты доставщик, что ли? Да. Вот здесь все, кто по кайфу. Стейк хаус, Ривера, Хоу, Фэмили, да. Замена масла. Халявный чай. Шиномонтаж. Да, да. Самое главное, 868-47. Бесплатная доставка. В любом регионе России, да? В любом регионе Хасаюрта. Расскажи. Вот этого нашего шеф-повара не снимай здесь. Смотри, ты на какое мероприятие находишься вообще? Что за суета?
сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить 80-летие там Республики Дагестан. Шучу я, сегодня приехал Аслан Дацио, Днюха отмечал. Можно свадьбу сыграть здесь, обеспаливать здесь аккуратно. То есть невесту кто-нибудь привезет резко. Скаляны привезите, да? Это максимум, на чем он тянет, да? Эй, особо же не говорит, куда она едет. Чай сколько стоит? 20 рублей, чай 30 рублей. На съемку идет. Камера, мотор. Лучше тебя здесь никто ничего не скажет, давай этот. Полчаса в твоем распоряжении. Аслана же нету рядом, да? Полчаса в твоем распоряжении. Аслан обещал стыки. Я прихожу, на столе только хлеб и сыр, прикинь. Это деликатес в этих краях, брат. Хорошо, что чайник есть там. И один из лучших чайханщиков Хасаюрта тоже за моей спиной. Он же не знающий поражений. Ну, в общем-то, это все юмор, у нас есть стыки, у нас сегодня атмосфера просто невероятная. Я даже не мог себе представить, что я могу вот в такой компании на берегу замерзшего озера отдыхать. На берегу Родины, да, Зим? На берегу Родины, да, на Валакский район тут поблизости. Мы сегодня все из разных концов России. Для чего? Для того, чтобы поздравить нашего брата Арслана Дациева. Вот, как я говорю, словно джип Nissan, Дациев Арслан. Внешне красивый, приятный. Арслан Дациев невероятный. Внешне не говори, да. Да. Ну, внешне я знаю у подписчиков, и, как правило, они о нем отзываются. Не могу сказать хорошо. Знаешь почему? Потому что очень хорошо отзываются. В общем, всем мира, добра и блага. И берегите себя, родных и близких. Удачи. До новых встреч. Один вопрос. Один вопрос, внимание. Стейки пришел хавать сюда. Я что-то сказал. Смотрю. Прикинь, по-моему, звук не записывал. Что может быть лучше? Согласись? Прикинь, сейчас, по-моему, с махачкалинскими поздороваемся. По-моему, звук не записывал. Салам, вы тоже здесь, да? Хас, ты здесь че? А, Нарчао, сколько лет, сколько зим, брат. Как доехали? Как доехали? От души ты не поверишь, как на один момент просто поворот перепутал. Что, кушать уже готово было, что ли? Уже закончилось, да? Закончилось кушать. Ты где ходишь? Я не знаю. По старинке хлеб со сметаной. Там простые, там по-любому мясо осталось. На кой там кто мясо оставит, что ли? Там, смотри, голодранцы сидят. Если мясо хочешь, вот там на улице. Халы первые тареты пробыли. Можешь пожарить, да? Можешь пожарить, да? Стейки халы. Ты сейчас себя это ведешь как... Не хочу говорить тоже. Это что за камера? Как скажи, да, как есть. Мне самому интересно. Как будто на Nokia снимают. Даже это Nokia? Это Nokia. 6500, да? 6300. 63, а, брат, серьезный телефон? 6300, брат, Nokia. Зубы лечат. Даже камера такая же. Обращается, номер скинуть, внизу на профиль. Подвигай. А вверх вниз? Отопление, монтаж, установка, обслуживание, сервис. Давай, растяни резину. А, я тебе говорю, Тугру. Это что за лицо? Эртугру, бей. Возьми оттуда угли, смотри. Я оставил свой и два вперед стоял, понял? Что, реклама машины, да? Продается, да, машина? Минусы ищут, понял, да? Не нашли, да? Не, они-то нашли, для меня нет просто аргумента. Нет, минусы нет, машина идеальна. Брат! Вот этот человек-перекупщик, он в любом случае сейчас найдет 3-4 минуса, и потом скажешь, когда будешь минус, продавать. Да? Минус 200 тысяч, да? Понял тему? Это у перекупщика, это в крови.
Заводские настройки. Че, почем, братуха, да? Че, за 330 не отдашь, да? А че, за 330 отдаешь, что ли? А че так дорого? А че так дорого? Если у него движок, коробка, который встанет, и я вот это, все остальное с него сниму, как раз 330 готово, да. 330 документы стоят, что ли? Чисто вот так. Брат, можно дать тебе на секунду? У тебя колеса новые, да? Да. Колеса нужны 31 числа. На неделю, брат, нужны. Даже 4-5 дней забираем. Алло, связь прерывается. Я метро просто, связь прерывается. А так ему тоже можно было предложить. Мне предложить надо было ему поехать. Не поехать. Да нет, да мест нет. Занято. Ты что, колеса нужны, да? Да. Не, наши Шамиль. Повар, который я в жизни не видел. Как его можно не снимать, скажи? Кафе Фэмили. Как можно не снимать, скажи, Мухаммад, да, нашу. Куда ты приехал? Мухаммад, смотри, ты же в курсе, да, куда ты приехал? Кому Конечно. Приехал? Расскажи нам, пожалуйста, то, что мы тоже знали. Серьезно, я очень доволен за вот это очень прекрасная компания. Вот это объем людей, я не думал, что вот это люди, они так уважают и держат друг друга. Здесь еще половина не приехали. Наверное, это давным-давно у них есть такие очень приятные отношения. Это очень круто. Я вас желаю, что будет вот эта компания надолго и до конца жизни, иншалла. И имениннику тоже пару слов. Для кого? Недавно ты был именинником, у тебя был день рождения даже. Да. Сегодня день рождения у Арсана Дациева, ему тоже что-то да, пожелаешь? Да, я хочу ему поздравлять, и я желаю для него, что будет у него здоровье, самое главное. Сейчас очень важно вот это время здоровья. И счастья, и любви, инша Аллах, будет у него, и успеха навсегда. И для вас всех. Будьте счастливы между собой. Будьте счастливы между собой, да? Нарчал. Ты отвернулся, уходишь, брат. Ты думал, я тебя не замечу, что ли? Расскажи нам тоже, сколько лет ты дружишь с Дациевым, Дациевым? Сколько себя помнишь? Сколько себя помнишь? Класса, наверное, второго. Незнакомый. Немного расскажи. Смотри, все время он рассказывает, он задает вопросы. Сегодня будем говорить о нем. Давай. Что ты можешь о нем рассказать нам? Пока хорошее, потом плохое. Душа компании, да. Человек, на которого всегда можно 24/7 положиться. Спутник по жизни. Просто родной человек, да, нам всем здесь. Я думаю, каждый подтвердит это. Естественно, если бы не было родным, столько людей не собралось бы, несмотря на такую погоду. Да. И сейчас тяжелый вопрос подниматься наверх еще с ледними колесами. Все ради тебя, Арсен. Просто будь, бывай же. Все. Таким будь, как, да, как всегда. Жизнь, как его звали? Саламу алейкум, Курбан. Подожди, не уходи, не уходи. Мы хотим вот с этого Porsche же фары снять. Они же легко снимаются. Не задние, а передние. Передние хочу. А передние заметно, брат. Когда волейбол закончится играть, тогда мы спереди аккуратно. Про левую фару можно вообще без палева снять. Отсюда не видно же. Да? Да. Волейбол играет, фар нету. Кто это сделал? А тут мы. Опа-опа. Адреналай. Эй, рассказам бусы. Эй, камбусы. Фары камбусы. Подожди, подожди, Арсан, что ты пожелаешь? Я эти вещи не делаю. Оставь, да, не уходи, да. Оставь, да. Не стесняйся. Я всем мусульманам желаю крепкого здоровья. А так... Что, день рождения харам? Да молчим мы на этом плане. Все хорошо. И вам делать нечего, да, в такой мороз волейбол играть. Нагреемся, как можем. Давай. Нагреемся, это. О, Арслан! Красавчик! Не, вас трое, их пятеро, да? Это я там, там шумно. 3-4, я иду. Смотри. Я готов. Это не берущийся был. Это линия. Ты что стоишь? Мяч бери, брат. Мяч бери. Я же как главный тренер. А, все, все, все. Ты... Ты смотришь, регулируешь, подсказываешь. Да, я как Зинедин Зидан, понял? Только в волейболе. Все, понял. Впервые играю в мороз. Сколько? Минус 70, да, сегодня? Может быть. Впервые в мороз играю в волейбол. Это очень сложно. Руки. Опа, опа. Одежда. 13 продаю, ребята, нужен. Залетайте в руле. Давай, Стас.
Арсан, они тебе подыгрывают, ты же в курсе, да? Видишь? Они тебе подыгрывают. Ты думаешь, что ты выигрываешь здесь, да? И машины убрали бы, легче было бы играть вам. Азим! Еще раз, Арсана, молодец! Бери! Ба-ба-ба-ба-ба! Низкая подача! Что там отдавал? Бери! Смотри, она за тебя играет. Азим что, угоняет что ли? Я думал, на ручнике идет. Может, хотел дрифт определенный сделать. Там не бывает, да? Андо, честно скажи, ты за кого играешь? За Арсан? За них. Все. Аут! Еще раз! Подожди, куда убегаешь? Подожди, здесь стой. Расскажи нам, как тебя зовут, откуда ты приехал, чем занимаешься, вообще Тимур, здесь что делаешь? С Буйнакска, брат. Тезка мой. Да. Дальше. Че, брат, чем занимаемся? Работаем, брат. Еще на монтаж. Работаем. Колеса бортируем, если надо, кого забортируем. Здесь по какому поводу, брат? Поздравить нашего брата Арслана здесь. Нашего кругляша, родного человека. Поздравить с днем рождения, провести в кругу близких. Приятное сопровождение времени, да? Снежок. Бомба, нет? Да, бомба. Четко. Ты знаешь, с кем разговариваешь? Миллион подписчиков, пацан, прикинь? А чем уровень? Что он хочет тебе пожелать? Я? Арслан, рядом стой. Я тебя на тот свет не отправляю. Я тебе желаю, самое первое, чтобы на пути Аллаха все было, все, что ты делаешь. А остальное, это года жизни, там, 100 лет, 200 лет, это просто пожелание есть. Самое главное, чтобы конец у нас с тобой бомбой был. Подписывайтесь. На араб кизерский. Только буквы это важно. Не в тему там. Это тренер Таджиба Рамазан. Рамазан, что хочешь пожелать? Чего могу пожелать, брат, нашему брату? Здоровья, самое главное, все остальное будет. Также Мальбо хорошо играл. Хорошо, да, как сегодня, всегда же. В холоде. В холоде, в любом погоде. Для нас не важны, понимаешь, погодные условия. Важна обстановка и окружение. Обстановка сегодня по кайфу. Давай. Сутками можно здесь. Куица.
When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Как тебе? Встречаем, провожаем гостей. Ты счастлив, да, Арслан? Я? Как тебе обстановка? Я думаю, ребята, смотря друзья? На меня, люди, которые меня знают, ну, они, в принципе, в курсе, что мне много для счастья не нужно. Самое главное, чтобы родные и близкие люди были рядом. Ты знаешь, вот я тебе сейчас слова передам, которые мой брат сказал, братишка Мухаммад сказал. Вот, ему делать нечего, да, где-то постоянно столько людей собирают, там, тут, каждый раз, и на день рождения, и везде. Сплоченность, понимаешь? Надо вот сближение создавать в мире, иначе все будут в разнобой. Я ему, в принципе, так же почти ответил, но хотел от тебя тоже услышать. Я знал, что ты так ответишь. Здесь ребята стали сзади, тоже, по-моему, хотят что-то пожелать. Что-то пожелать тебе. Давай, я буду сейчас нормально качнуть. Поздравляем нашего брата Арсланчика. Алмасхана тоже сними, да. Извини, что передал. Алмасхана сними вот этого человека. Ему лишь бы приехать, похавать и уехать, жесть. И еще шутки кидать в группах. Короче, в группах бывают, жесть, в WhatsApp, там, в социальных сетях. Вот этот человек, мне кажется, админ всех групп вообще, которые существуют в Дагестане. И бывает везде шуточки, бывает чисто все контролирует и курирует. Тебе спасибо за приглашение, рад был здесь разделить твой праздник. Пришли, чтобы все у тебя было, чтобы все задуманное сбылось. Всегда был таким же радостным, лучшим. Никаких проблем, чтобы горе и печаль тебя всегда обходило стороной. На связи любое время. Все, что он сказал, дополняй. На два умножения сделал, мы поедем. Арслан, спасибо. Все, всем салам алейкум. Ты подожди, да, пускай он скажет, кто он, откуда он, зачем приехал. Как меня зовут? Как меня зовут, Аслан? Я потерял своего друга. На передачу ты меня объявили, не кинь. Да, да. Арслан, я тебя поздравляю, брат, от души. Мы познакомились с ним в Питере. Да. После этого, короче, он там, я даже не знаю, где ты там работал, в ресторане, что ли? Не-не, я в клубе работал. В клубе, короче, работал. Какие пацаны, как все серьезно. Ладно, я в шоке был, когда узнал, что он перебрался в Дагестан и стал, короче, фотографом, видеографом. И думаю, вот она же моя тема. Вот же из дружеских отношений. А так он с первой встречи меня шокировал, честно говоря. Я только с ним познакомился, он такой, дай-ка телефон. И начал в нем копошиться. Я говорю, что он там ищет? Ищет. А там ничего интересного нету. А, ладно, давай. Я такой в шоке, думаю, ну ладно, говорю, ладно, своеобразный человек, да, думаю. И все, и после этого он меня не отпускает. Потому что его телефон у меня. А так, Аслан, тебя поздравляю, конечно. Желаю, чтобы, вот, как мать тобой гордится, чтобы так же она гордилась тобой, а ты ее никогда не разочаровывал. Спасибо большое. Поздравляю тебя, брат. Спасибо. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Рада, что приехал. Радам ассалам. Четко. Ты уходишь, что ли? Ваня, уходи, да ты же пожелания еще не сделал, брат. Я не делал пожелания. Чисто мясо кушайте. Не вышел ты никогда. Я приехал. Сына я там здесь. Куда приехал? Зачем приехал? Я приехал на мероприятие. С Кляна. Не, вопросы задавай, я тебе буду отвечать. На какое мероприятие ты приехал? На день рождения Арслана Дациева. Что ты хочешь ему пожелать, скажи вот от души. Конечно, всего самого наилучшего.
чтобы вот как вот это все люди здесь есть, чтобы еще больше людей его поддерживало. Но в любом случае больше людей поддерживает, просто не все смогли сюда приехать. Так вот, особенно здоровье всеми, ему и всем его родным и близким. Так, от души. Арсан! Приехал, 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 это наш брат, салам алейкум. Как ты, Руслан? Наше видео без Ивана. Руслана заряд Арского. Нет, невозможно просто. Без него... Наш уши. Всем салам, всем нашим салам. Без него и без его места мы не обходимся. Самая главная точка наша. Пару слов нашему брату Арслану. День рождения у него все-таки. У него 30 лет, юбилей у него сегодня, юбилей. Да, Бегал, дай Аллах счастье, дай Аллах 100 лет жизни тебе. А больше не надо. Арсан, от членского скажите, от членского, Арсан. Да, Бегал. Спасибо большое, очень приятно, Руслан. Чтобы так же развивались, все так же построили и нас радовали. Паша, Эмбалай. В следующем году такое время, чтобы здесь были, было хотя бы 5 пар коньков. Хотели бы мы, чтобы на озере. А мы знаем, где будет, не будет. Да, без разницы. Ты холд организуешь. Нет, ему без разницы. Он даже тонкий лед. Да, он мы там были. Да, да, да. Двое в одном месте стоят, чуть быстрее. Ага, если один, аккуратно держит. Не надо, ну ладно, давай, ребята. Хороший отдых. Если ты рядом, так говорить. Давай. Баркала, баркала, Руслан. Баркала. Давлет, встань рядом, пожалуйста. Я же брат. Смотри. Вот это здесь надо, да, историческом я в любом случае уверен здесь, что его самый больше, кто его знает. Ага. Нарчал тоже знает его, ага, больше. И ты тоже, я уверен, что знает. Нет, его с детства. Надо, или что-то, или... Вообще, как ты с ним познакомился? Сделать, как ты, откуда ты его узнал? У меня человек из города, барбер. Барбер, а, все, все, дальше сейчас. Так, что, я сейчас сказать, что сказать, Лена? Сейчас все склеты. Хочу что-нибудь пожелать, хочешь поругать. Не ругай и не желай. Где давай, вообще, Арсана, ты когда познакомился с ним? Жалеешь, что ты с ним дружишь, да? Арсана я давно знаю, так как я мой одноклассник со школы. Не знаешь, как получилось? В 9 классе их класс расформировали, понял, да? Там полкласса кто куда, их раз, их там несколько человек осталось, их по классам раскидали, короче, прикинь. И он каким-то макаром в нашем классе оказался. Я уверен, ты старостой был. Я не был старостой. Ну, хотя бы рулил там. Было же, да? Не занимал. Тем самым человеком, который сидит самым последним рядом. Не рулил, подрулил. Подрулил. Арсан, какое место в классе держал? Арсан за первый партий учился, брат. Ему места зачем, блин? Это, короче, я его со школы знаю, одним словом. Так-то я его знал вообще давно, а так он одноклассник с 9 класса, одним словом, Арслан. И дальше больше мы с ним вместе потом в технаре учились. Как я туда поступил, он тоже поступил туда. За мной поступил, он же сюда. Просто мы на одной стороне жили, жесть, мы вместе домой шли пешком, понял, да? И вот так вот суета пошла, одним словом. Кто кого прикрывал? У меня чуть другая история, я вам ее потом расскажу. Да, 18 плюс. На какой стороне, на красный или на белый? Че это? За мангой, это салам пацаны. Хасский плов самый лучший, нет? Хасовский плов. Мы хотели бы, чтобы вы представились, откуда приехали и зачем приехали. Приятного аппетита. Эти люди исключительно плов походят, приехали. Мы их не знаем. Мы приехали из Махачкалы, что, в принципе, делаем по. Я знаю, откуда вы приехали. Прошлое видео вы мне испортили в прошлом году. Сейчас хотя бы что-нибудь нормальное, давайте сделаем. Конечно, прошлое видео мы испортили, в этот раз ничего будет то же самое. Короче, вместе учились. Ничего нового вот. Здесь биг-биг-биг будет звук. Да, да, один из самых хороших. Не, я не скажу хороших, я даже журналист не могу тебя назвать. Не, мы-то вместе учились на, как бы, факультете на филфаке. Но этот, но я его журналистом не могу назвать, потому что такой предприимчивый человек. Не, пойди, у кого днюха, я не понял, где ли у тебя? Почему я тебе... Красивый, скажи красивый еще. Не, вот ты чувствуешь. Так, давай. Самый модный на районе. Что ты снимаешь, да? Честно говоря. Этот, как нам кумыкский, этот буйнакский кумык сказал, сразу видно, говорит, приезжих, говорит, они все в кроссовках. Не на опыте. Я объясню, у меня есть вот такие, ну, теплые.
А ну, я решил их не одевать. Это просто надо стирать, и поэтому я подумал, я к Арслану приеду, зачмарю его здесь до конца и уже нормально постираю. А те новые, я их надо амбай туда-сюда. Экономный кумык, воду экономить. Не-не-не-не-не, это он просто женился недавно, поэтому... Все, это вопрос все решает. Дай, дать будешь, брат? Не дополнишь ничего? Давай. Саддам, у него какое имя, представляете? Ну, Саддам Хусейн. Ну, главное я, поэтому самый красивый. Вот этот хасовский махачкалинец. Вот его сними. Самый близкий друг Давлета. Ну, со своей пиалой приехал, смотри. Я просто со своим хожу здесь. А, подожди, брат. А что, давайте там я красавчик. Не, я просто почему немногословный? Там пацаны говорили, вот кто плов делал, и рядом делали бульон. Они говорили, что бульон шикарный. И по моему темпу еды я не успеваю за бульоном. Мне сейчас надо вот это быстро съесть и туда бульон налить. Я пойду, наверное. Такая интересная история была, честно. Вот за душу взяла, чуть слеза не покатилась. Я очень люблю Арслана. Очень ценю его как своего очень близкого друга. И он... В университете он второе место держал по красоте. Ну, естественно, первое я. И вот эта конфронтация у нас с ним постоянно, мы там синие махаловки у нас, долбиловки были. Да. Да, мы жестко. А так меня блондинчик назвали. Я постоянно выигрывал и убил сильно его, короче. Да, болел. Что за Арслан это было? Там этот. Короче, бил жестко его, короче, постоянно. Твой бульон, твой бульон. На подсрачниках, больше гонял. Эй, бульон уже заканчивается. Твой бульон заканчивается. Ты как чай плавал, разжижешь. Плов стейшн. Что не будешь? Дополняй. Так, что дополнить? Арслана, в принципе, я заочно знал давно. Познакомились мы как? Он написал мне в директ, когда увидел. Черт, да? Он увидел, как я Азнауру делаю массаж. Написал мне дома в директ и сказал, я хочу с тобой дружить. Он, брат, хотел побыть с вами массажем, дружить, да? Ва-ва! Ну это завуалировано так было, просто он хотел на халяву массаж, понял? Да. Я ему сказал, Арслан, 20 кг скинешь, тогда подружимся. До сих пор не подружились. А массаж сколько раз давал? Ни разу. Мне сколько надо скинуть массаж? Да, так, Арслан очень позитивный, замечательный человек, дал здоровье его матери. Продолжаем, матери. Я успел за бульоном. Вот. Ты по дороге пол убил, бульон залил туда, да? Или что сделал? Я лично ошибаюсь, уже горячий бульон. Нормально, нормально. Это тема же. Бульон вкусный, да? Да, шикарный бульон, только мясо закончилось. Ничего, мяса не нужно. Бульон главное, чтобы согреть. Да, главное согреться. Вообще, на этот, на каком мероприятии находишься, ты уже знаешь даже. Да, да. С этим человеком ты как, где и при каких условиях познакомился? Смотри, на метере? Я в прошлом году тебе рассказывал, сейчас еще раз рассказать это же самое. Коротко. Так, Арслан это ворвался в мою жизнь, можно сказать, стремительно. Потому что многие люди удивляются, что даже спрашивают, там, сколько, 10 лет, 15 лет ты с ним знаком. На самом деле с Арсланом общаемся третий год. Так много, но в то же время за эти 3 года очень много времени мы вместе провели, очень близко общаемся, тесно. Пожелай тоже что-нибудь. Пожелать, что в первую очередь крепкого здоровья. Чтобы на 5 рублей не настигал. На сегодняшний день всем важно во всех пожеланиях в первую очередь звучит слово здоровье. Пожелать здоровья его матери, его семье. Все, что есть у Арслана, его воспитание, все это заслуга его матери. Это моя, это человек, которому можно строить много памятников. Большое ей спасибо за то, что нам она такого сына вырастила для нас, друга, хорошего, надежного. Что ты там угрожал мне, пистолет вытаскивал, я твой этот дрон уроню. Ты его не догонишь, брат. Думаешь? Знаю. Давай попробуем. Давай, Дима, а сделай. Ассаламу алейкум. Мы сегодня здесь собрались на бракосочетание Арслана. Он только не нашел ее, мы уже заранее отметили. Просто он потом Ахарзилой домой заберет ее. В общем, этот...
посочувствовали мы его. Посочувствовали. Решил отомстить. В общем. Чуть-чуть подальше держится, нормально лицо видно было. Мы искренне рады этого. Арслан столько хороших людей собрал и сам не уехал. Ну вот без него было бы лучше, на самом деле. Столько хороших людей, он сам своим присутствием все портит. Реально было, хотя бы к обеду, если он уехал, вообще было. Да, вот все накрылся, сделал, сказал, пацаны, вам приятного отдыха. На связи нет, да. Еще держится, еще хавает без остановки. Еще больше всех хавает, просто остановить не можно. В общем, очень прекрасная камера, спасибо вам. Спасибо за внимание. Нос. Кумыкский нос. Он конкретно большой там на видео, обрежет. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate,
going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man, a septic. Вкусно, да? Отвечаю, очень вкусно. Влад, я тебя, наверное, знаю 12 лет даже, да? Больше, может быть. 12 лет это 100% есть. Даже 13-14 может быть, Всю жизнь знакомы, да? Да, коротко всю жизнь. Да, 12 лет это нормальный срок, тем более в нашем возрасте. Мне 32, ему 25 юбилей. Да, пускай 25 будет, да. А, смотри, в первую очередь я хочу пожелать, знаешь, здоровья кому? 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 Моей маме. Твоей маме, конечно, естественно. Это золотой человек, который воспитала, вырастила такого золотого человека. Вот здесь все сзади люди собрались. Слезинка не упала, да? Что сказать, ёкает, вот здесь вали. Клянусь, это здоровье родителей для нас самое главное. Да. Его мама, каждое свое день рождения, он дарит цветы своей маме, благодарит ее за свое рождение. Естественно, конечно, такое воспитание стоит многого. Много чего можно сказать. Пускай она будет здорова, жива рядом с тобой. Пускай она увидит этот день, счастливый день. И самый счастливый день для нее – это рождение внука или внучки. Вот этот момент. Все сегодня желают тебе свадьбы. Я знаю, что это... Кто мне пожелал тему жениться, понял? Ты вот эту тему убираешь. И этих людей мы больше не приглашаем на день рождения. Ну, береги, брат, маму. Тебе здоровья. 30 лет – это... Одна часть нашей жизни, кто знает, сколько еще осталось. Ну, оставшаяся жизнь, чтобы так же красочно у тебя прошла. Я знаю, какой ты любитель путешествовать, собирать, дружить и общаться с новыми людьми, со старыми, со всеми. Я рад, что я здесь сегодня присутствую. И также, конечно, все рады. Брат, поздравляю, будь счастлив. Спасибо, рады. Да, здоровья. Спасибо. Всего самого наилучшего. Живите вот. Активно и не скучно. Вот, 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 вот. Такая тема. Я сейчас ногу не дал, за это я тебя в корпус дал, брат. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Че ты как, брат? Как настрой? Отмечаем юбилей Арслана. Пожелай ему что-нибудь. Поздравляем его. Чего можем пожелать? Поскорее, чтобы поженился, да, до 40 хотя бы. До 40 хотя бы, чтобы успел, да? Да, остальное все есть. Единственное, чего не хватает Арслану, это заботливая жена. На этом все, друзья. Идем ближе к свету, у нас уже темнеет, слабо видно. Этот человек, великий человек. Сзади великое озеро, находимся мы на Алакском районе. В селении или возле озера Зори-Атар, брат. Это мой район, брат. Я понял, что твой район. Вот, скажи, в честь чего мы здесь собрались, что за мероприятие и как ты сюда попал? Я попал по связям. Меня не приглашали даже. Связи хорошие вещи. Да, честь Димура. Итак, собрал нас, конечно, Арслан. Огромная ему благодарность. Желаю ему, чтобы наконец-то в этом году поженился. Остальное это мелочи.
И чтобы Арслана свадьбу снимал Тимур Джаватханов. Я буду отдыхать, брат. И на твоей, и на его свадьбе. Все, понял. Вот такая тема. Холодно, но мы держимся. Чай, чай, чай. Приезжай всегда на день рождения, когда уже все, уже по машинам. Да, да. Салам алейкум. Брат, он бабки делал, он работал? Не, я каждый раз делал бабки. Ну, я приезжал, когда еда готова. Ну, прошлый раз, каждый раз еда была вообще какая-то. Стол на этот раз богаче. Мне понравилось. Подожди. Бабки где? Бабки у жены. Все понял. Женькин лев. Конечно. С него коронка. Напыленная. Для всех. Для меня. Чувствуешь, да, как суставы уже скрипят, когда ты не можешь нормально двигаться. Все, да, это боялся ну, тебя? Ну, с каждым годом, от того, что не так, как ты женат, чувствую себя идеально. Пускают отдыхать, пускают тратить денег. Деньги все у меня, голова не болит. Кардиологу не жди, все изменится, все. Подожди, попадешь ты в этот капкан, мы на тебя посмотрим. Подожди, чтобы не попасть. Денег не будет, здоровья не будет, нервов не будет. Ты еще столкнешься с этим, останешься. Лысым будешь, да. Лысый в трусах. А может, и никуда ехать тоже ты не будешь. Судя по тому, что они рассказывают, ты как женщина обратена по соседству, участковому врачу квартиру снять. Напротив. Я думаю, после этого вот так вот собираться еще Мы поговорили. Мы у тебя будем в черном списке, вот так сказали. Просто мы скажем. Ты смотри, все женаты, даже не Ануар. Ануар, в твой адрес что ты сказал, Арслан? А ты что, брат, ты себя хоть 7 лет, ты тоже женат? Я просто не с тех пор, да, в прошлый раз, а так было же, Арслан. Чего? Я сам не позвал, не знаю. А не, узкий друг, кого жена пускает, позвал. Нет, там, мальчик, да, там. Кого жена пускает? Жена проверила? Он относится к ним, да? Нет, да. Журнальный столик. Я не понял, а меня не было? Я сейчас все перебил. Меня тоже не было. Тебя тоже не было на свежей нихе, да?